Gut. Мы становимся в Адхамукха Шванасану. Помним. Приблизили плечи к голове. Натянули коленные чашечки, натянули носочки на себя и попытались прижать пяточки к полу. Пальцы стараемся держать 4 пальца вместе, большой палец отведенный приблизительно на прямой угол. Это как якорь. Поднялись на носочках вдох, перекат вперед, выдох, Утхамукха Шванасан. Плечи раскрыты. Контролируем поясницу. Вдох в темя, подбородок под еремной впадиной, перекат назад, выдох, прогнали волну назад, вдох, поднялись, перекат вперед, выдох, чатуранга дандасана, держим 5 циклов спокойного ровного дыхания, чатуранги, локти прижаты к корпусу, живот пола не касается, коленки тоже. Прямая спина, прямая линия. Таз чуть-чуть ниже, таз почти касается. Выдох, таз вверх. Держим. Подперли локтями ребра. Вдох, вперед. Прокатили назад, выдох. И теперь спокойное, ровное кольцо 3 раза делаем. Подныривание, вдох. Баланс голова-таз. Держим. Вдох в таз и в голову. Чуть-чуть покачали, попробовали ощутить некую жидкость или еще флюидическую какую-то штуку грудной клетки. И теперь мягко переливаем подъеремную впадину, горло, входим в голову и через темя контачим землю. Руки мягко уходят за голову, раскрываем плечи. Натягиваем носочки на себя, пяточки тянем к полу. Вдох в таз, мягко проводим голову, выдох. Вдох в таз, выдох в голову. Чуть приблизили руки к голове, подняли голову. Левая.